Ангарчане отметят юбилей региона в субботу, 30 сентября. В 11 часов в Малом зале ДК «Нефтехимик» состоится открытие выставки художника Анатолия Варенова. В это же время от шпиля стартуют участники всероссийской акции «День ходьбы». После финиша на площади начнется концерт. В парковой зоне Дворца культуры «Нефтехимик» наша библиотечная система будет проводить библиотечный квест, который посвящен именно земле Иркутской. Параллельно в это время будут проходить в бытовике, уже, наверное, ставший традиционный такой поэтический баттл «Стихия» с участием именно нашей молодежи, наших ангарчан. В парковой зоне ДК свои работы представят ремесленники Ангарска. Там будет проходить выставка-ярмарка «Арбат». Все мероприятия разноплановые, и каждый гость найдет занятие по интересу.